Хотите обновить свой девайс? Для этого есть отличный сайт e-каталог. Это самый крупный в России и в Украине каталог разнообразных товаров, в котором можно найти все, что вас интересует. На сайте присутствует удобная система фильтрации товаров, а также есть возможность сравнить выбранные товары и подобрать лучшие устройства по характеристикам. Если вы уже определились с товаром, то e-каталог будет лучшим решением, чтобы посмотреть все характеристики, фотографии, отзывы о товаре, а также найти самое выгодное предложение среди возможных. E-каталог имеет удобный простой интерфейс, который поможет не только сэкономить ваши деньги, но и время. Ссылка, как всегда, в описании. Дорогие зрители, всем привет! Я вам сегодня обещал выпуск по моему новому аккаунту, но так сложилось, что внеплановые ролики вбились в мой график и пришлось их выпустить. Это открытие сундуков и внеплановый видос по гранду, поэтому четвертый видос на сегодня я не смогу записать. А чтобы выпустить новый ролик по моему твинку, я должен был записать вот этот, который вы сейчас смотрите, предварительный видос с выбором колоды. Мой новый аккаунт уже создан, он ждет уже вашего внимания, ждет уже стримов, говорит: давай, уже заходи на меня и давай всех ха-та-та. Но для начала нужно выбрать колоду, которой мы будем всех ха-та-та. Значит, я вот ждал специально этого изменения баланса, чтобы определиться с какими-то новыми актуальными колодами. И сегодня я вам предоставлю на выбор три колоды, которые выберете именно вы. Вот, все, что вам нужно, это по ссылке в описании на мою стенку в ВК, да, на мою страничку в ВК зайти и проголосовать за ту колоду, которую вы считаете... Ну, которую я должен прокачать, которая вам нравится больше всего. Вот. Ну, последнее, конечно же, решение будет за мной. Я посмотрю, как они будут разниться, куда будет большинство голосов. Если прям 90% голосов в одну и ту же деку, то, естественно, я не смогу вам противоречить. Если я буду видеть, что мнения будут плавать, я уже там посмотрю на мнение большинства, ну и сам уже сделаю какие-то выводы. Сегодня я даю вам на выбор три колоды. Первая колода с големом. Она меня сразу зацепила, как голем с пушкой. Не знаю, в грандах я с ней очень жестко катал, я ее прокачал еще для глобала, сейчас мы с ней сыграем, и общая картинка у вас тоже сложится. Первая колода — голем с пушкой со сборщиком. Вторая колода практически та же самая, но вместо сборщика здесь у нас Позден, и вместо дровосека у нас Валькирия. Эта дека мне больше всего подходит и больше всего нравится. Во-первых, здесь нету сборщика, это минус одна, минус геморрой, то есть не надо будет париться там с этим сборщиком, что-то думать, потому что иногда очень сильно на него отвлекаюсь. Это первая причина. Вторая — минус дровосек. Вместо него валькирия. Это мне облегчит прокачивать колоду. Это рарка, ее проще прокачать, нежели дровосека. Да и в целом мне нравится состав этой колоды. С ней можно тоже тащить. В общем, не знаю, мне эта колода больше всего нравится. И первая, и третья колода, которую на сегодня на выбор даю, это три мушкетера с кабанами. Она кардинально отличается от предыдущих двух колод, но тоже имеет место быть. Во-первых, кабаны — новая карта, сейчас она более-менее актуальная. Три мушкетера тоже раньше была моя любимая колода. С тремя мушкетерами колоды были любимые. Вот, но имеют какие-то у меня вот такие есть моменты, где я имею сложности игры с этой колодой. Это против гигантов что-то вообще не могу, не заходит, и все, у меня против гигантов с этой декой. Но я думаю, что все равно можно обыгрывать, играть и научиться с ней играть можно. Что мы сейчас сделаем? Я сейчас сыграю всеми колодами, кроме вот этой. Это тоже сыграю в глобале, кроме этой. Потому что здесь кабаны 7 уровня, прокачивать их сейчас не хочу, потому что вы знаете, что я фармлю золото. Мы сыграем этой декой в гранде, последний. Начнем вот с этой колоды. Поехали сразу в глобал. Я и так 3 минуты тараторил, но я должен был всю эту информацию вам изложить, чтобы вы типа поняли, что куда, зачем, что надо делать, и вообще, что я от вас хочу. Поэтому... голосуйте, в описании ссылочка, и сейчас посмотрите все мои три поединка, и пускай у вас сложится какая-то картинка, чтобы вы понимали, как и какой колодой я играю. Конечно, все опять же зависит от того, какой соперник мне подберется, но все хорошо будет, не переживайте. За какую бы колоду ни проголосовали, в принципе, все три колоды для меня актуальные. Фу. Теперь бы минуту помолчать. Против меня лава. Я прям вообще сейчас в неком недоумении, потому что уже слил мега миньона. Мне страшно сейчас очень. Вот. Давайте попробуем спасти мегамуху от вражеской мегамухи. Ага, хрен там плавал. Не получилось у меня спасти. И вообще... да что такое, блин? Нахера я торнадо использовал? Да... ладно, ставим сборщик. Минус башня. Вот, видите, вот это все из-за сборщика. Вот все, вы сами уже сами видите. Нахер мне сборщик, я буду вот с ним тупить. Сидеть там, как дебилоид, ставить его. А в итоге он мне ничего не дает, никакого профита. Но, на самом деле, вот здесь была осечка. В том плане, что у меня не было по циклу голема. Так бы я ему тоже в ответочку голема-то дал.
И соперник-то тоже бы свой рот прикрыл, потому что он бы не смог так спокойно там мегаминьонами своими разбрасываться. Падла такой, оно на трешку идет. Ладно, все хорошо, все под контролем. Нам самое главное это убить шарик, да? Вот это самое главное. В принципе, лава тут ничего такого страшного нам не сделает. Смотрите, мы, короче, закидываем дровосекса. Дровосекса закидываем. Сейчас он выбросит мегамуху. По идее... А, нет, 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 нет. Давайте торнадо. Да, блядь, ну что ты творишь? Ну, зап, зачем ты слил? Фух. Блин, я просто дракона выпустил, чтобы он миньонов убивал. Ну, вот всегда так. Я выбрасываю не на ту клеточку юнитов, и в итоге вот, такая, вот такой понос получается. Сейчас, опять же, очень опасно, потому что... Потому что сейчас шарик пойдет. Потому что шарик вот сейчас идет. Вот он идет. Или летит. Что он там вообще делает, этот шарик, я не знаю. Давайте попробуем сделать так, чтобы шарик, типа, ну, много урона нам не нанес, да. Вот. Вот сейчас вроде бы как бы, да, атака. Вроде должны снести башню. По идее, бы. Вот. Но как оно будет там на самом деле, я вот это сейчас пока не понимаю. Давай, 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 дровосек, хотя бы тычку. Он фаербол слил. Ебой, ебой. Пушечка, 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 давай, пушечка, родная, у него сейчас надгробие будет, давайте всех в торнадо, давай, родная, родная, давай, не, 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 проиграл, да черт возьми, что ж такое со мной не так, а? Что ж сегодня со мной не так? Не, на самом деле, ребята, на самом деле, выиграть можно было, начало не задалось, давайте еще, не, я требую еще раз этой колодой сыграть, потому что что-то вам покажется, наверное, что я вообще с этой колодой не умею играть, вот, ну, может быть, вам не показалось, но я считаю, что против лавы у меня не сложился цикл в начале, вот, и я тупил там, где тратил, у меня два юнита против лавы. Дракон и мегамуха. Я все моменты этих юнитов просирал. Ну, я реально их ни разу не выбросил правильно, чтобы задефаться. Вот поэтому я и проиграл. А в целом, ну, вы видели, я почти ему снес башню. Ну, почти ведь не считается. Поехали. Вот сейчас, если проигрываю еще раз, то, думаю, даже в голосование не надо эту колоду выносить. Хотя, опять же, решать вам. А что я сижу, думаю? Давай, сейчас фаербол всех моих юнитов минус. Разряд... Тихо, хотя бы не минус вышка. Фух, хорошо, уже радует, уже не минус вышка. Ставим сейчас сборщик второй. Ну, тут реально задефаться было трудно сразу, потому что, когда я поставил сборщик, реально вот гиганта очень легко проатачить. Но это начало, это еще не конец. Вау, спарки. Ну, спарки, ребят, ну, блин, ну, сейчас бы проигрывать спарки. Вот, и, короче, надеюсь, я не проиграю, а то, блин, будет вообще как-то, ну... Некрасиво, что ли? Да ёб твою, а. Так, ладно. Разряд. Разряд. Хорошо, все отлично. Наверное, отлично или не отлично? Отлично, да, все отлично. Я не понимаю, ему нечем сборщики контрить, да? Я правильно? Ага, все, минус молния. Все, ставим сборщики эликсира. И все, хороший, конечно, хорошая игра. Ты что думал? Все, сейчас ломаем ему лицо. Вот только сейчас надо понять. А что тут понимать? Ставим голема с левой стороны. Справа уже как бы все. Он не будет атаковать, ему там нету смысла, там будет молнией добивать какой-то, еще чем-то. Сейчас он будет гигантом прикрывать тыл своей вышки, и спарки будет, типа, уничтожать всех моих юнитов, но нет. Но нет. Пушку он сразу со спарки уничтожит. Раз. Мегаминьон он по воздуху. Два. И пока я по земле юнитов не буду выпускать, давайте запнем, потому что мегамуха сейчас сдохнет случайно. Не, не сдохла. Отлично, вообще шикарно. Я так предполагаю, что у него... Ой, какой... Все, минус, короче, вышка. Ставим сразу голема по этой стороне. Он еще... Он, короче, дохера сейчас потратил всего, ребята. И он не задефается. Он тупо не задефается. Ему атаковать сейчас не с чем вообще. Ну, разве что гигант с этим. С мегаминьоном. Ну, короче, видите, да, что у меня уже атака идет с этой стороны. А он еще даже... О, минус пушка. Окей, да ладно. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, все хорошо, все отлично. Давай, минус дровосек, дает рейдж. Ну, вот вы видели, да, что вот здесь уже я себя чувствовал бодрее. Просто первая катка,
бывает же такое, что проигрываешь, прикинь, это Clash Royale, тут невозможно всегда побеждать. И вот именно это тот момент, когда я проигрываю, попался вот в первой катке. Вот, в принципе, трудно, конечно, сделать какую-то картинку судить по одной атаке или даже по двум, тут надо атак, наверное, 10 где-то провести, но тем не менее, я думаю, вы поняли, да, что это за колода и с чем ее колоды не едят. Вот, берем вторую деку, поехали в бой. С этой декой чуть-чуть попроще, в том плане, что, я не отвлекаюсь на сборщики, потому что я, вот реально, мне иногда говорят люди, которые там, бустеры мои, которые смотрят мои катки, говорят, ты слишком зацикливаешься на сборщиках, иногда не надо его ставить, лучше пойти в атаку, потому что соперник в этот момент без эликсира, вот, а я тупой, ни этого не понимаю, не слежу за этим, я думаю, сейчас воткну эликсир коллектор, у меня теперь будет маны до хера, и все, и типа на двойном эликсире соперник не задефается, но, опять же, видите, обманчивое чувство, поэтому, возможно, мне лучше играть без сборщика. Ну, не знаю, в принципе, я готов с этой декой играть, да и с тремя мушкетерами, но больше всего мне нравится вот это с валькирией. Но, опять же, видите, да, сейчас может какой-то пидрон мне подберется, которого я не выиграю, вы подумаете, лучше проголосую я за ту колоду, которую ты выиграл, да. Не знаю, ну, честно скажу, вот больше всего нравится эта колода. Ну, я типа ни на что намекаю, ну, голосуйте за нее. Ладно, короче, неплохо мы проатачили. Это мой был Poison, да? Да, это мой был Poison. Сейчас, по идее, какой-то таран должен пойти, или я не знаю что. У него фаербол, да? Мне бы одну карту какую-то слить, наверное, разряд. Ну, боюсь, что... А вдруг там орда миньонов какая-то? Оу. Слушайте, ну тут, наверное, лучше задефаться. Голема типа не ставить пока, да? Давайте будем пока дефаться просто. Повозочку с пушкой выкинем. Просто против пеки тяжеловато немножко дефаться. У нас нету там банд, гоблинов, скелетиков, еще какой-то херни. Не, ребят, тут походу голема надо ставить. Я не знаю, я боюсь, валькирия не спасет. Тут пипец, ну вы же сами видите. Тут только голем спасет. Реально, без шанса вообще было бы, если бы я вальку кинул. Ну, конечно, он тот еще клоун, потому что и пека, и мини-пека, но это такая билиберда, такая наркомания. Как можно быть таким додиком, как он? Давайте валькирию сольем. Пускай он мини-пеку сейчас тратит. Мы опять задефаемся, постараюсь, конечно. Блин, немножечко... Опять же, цикл сбился, не получается мне сделать так, как я хочу. Сейчас, наверное, с помощью торнадо будем дефаться. Ой, блин. Подойди на Poison, идиот, стоишь и не подходишь. Я кинул Poison, а он не подходит. Так, все, отлично. Все, у меня есть сейчас пека. Ой, блин, какой пека, голем в цикле, поэтому вот сейчас будем заряжать. Поехали, заряжаем пушку. Не знаю, сколько будет этот видос, наверное, больше 15 минут. А может, я вообще с тремя мушкетами играть не буду, посмотрим. Так, давайте дракончика выпустим. Здесь поставим пушку на колесах. Готовим сейчас Poison, да? Вот он, Poison. По вышке не попадаю, но я же умею играть. Это же я, профессионал. Так, здесь валькирия. На лоха попадаю. О, все, пушка прошла. Шикарно, все. Тем более зап он слил. До свидания. Ну, это соперник, конечно, еще лошок. Ну, тем не менее, и вы увидели, как я с этой колодой играю. Я с любыми колодами туплю. Не обязательно голем, лава. То есть я с любой колодой могу затупить, но с големом у меня больше всего получается. И погнали быстренько. Последняя колода. Три мушкетера. Ну, это, конечно, несправедливо. Играть големом в глобале, а этой декой в испытании. Это совершенно разные режимы, совершенно разные уровни игры. Но тем не менее я сыграю, потому что, ну, как-то будет тоже и с той же стороны ничего. О, все, заткнись, поехали. Так, видите, да, как можно? Почему у меня в этот момент нету фаербола? Вы представляете просто сейчас, какой бы был фаер четенький. Ладно, здесь валюха. Ну, пожалуйста, этот, как тебя там, охотник? Ёпт. Ладно. В принципе, я знаю его колоду. Если бы сейчас хватало эликсира, я бы вот так сделал, и минус вышка бы была. Вот. Но я так не могу сделать. Не хватает эликсира. Сейчас...
Ну тут бревно однозначно. Сейчас он поставит еще один сборщик эликсира. Я выброшу туда фаербол. Ну, опять же, начало не задалось. Вот как можно судить по этой катке колоду мою и мое умение играть, если вот в начале вы видели, да? Если бы был фаербол, я бы забрал орду мух и я бы забрал сборщик. Это просто был бы джекпот. Но что имеем, то имеем. Ну, вот это он зря, конечно, так поступает со мной. Так, здесь давайте скелетики. Сейчас будет орда мульонов, поэтому мы подкидываем этого духа. Давай, давай, орду мульонов, давай, орду мульонов. Ой, хорошо, ну хоть по этим, по... Каких? Ну, вы поняли, по банде гоблинов, да, прошел урон. Сейчас, в принципе, можно выбросить кабанчиков. Он, по идее, выбросит орду миньонов. Ну, поехали, поехали. Так. И фаербол наперед. Смотрите, вот это предикт. Вот это я понимаю скиллуха. Вот это... Блин, вот красавчик, Холдик. Вот умеешь играть. Шаришь. Не лох. Ну что ты ставишь сборщики? К чему эти сборщики? Камон. Ни к чему. Все, он проиграл. 44 секунды. На одну сторону всех. Окей. Покрутимся, ребята, до фаера. Чекайте. Чекайте, какой сейчас будет сюрприз. Чекайте. Чекайте. Оп. Оп. Бэм. Все, до свидания. Ну да, сейчас орда миньонов полетит. Ну и что? Я все равно задефаюсь, наверное. Сейчас вот это... Я, к этому меня жизнь не готовила. К этому меня жизнь не готовила. Нет, к этому жизнь не готовила меня. Тихо, тихо, тихо. 15 секунд. Берегись, кто-нибудь. Тихо, 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 тихо. Ну вот, они умеют так в конце. Вот они реально умеют. Три мушкетера в конце умеют поднасрать. Потому что бывает не успевает. Ну он только, это ж байт на фаер. Они только видят, фаербол летит, все, для них это как красное для быков. Сразу все подряд давай выпускать, чтобы, блин, сразу пропушить. Но я задефался. Вот так вот, ребята. 16 минут ролик, не знаю, досмотрели или нет. Помогите мне выбрать колоду. Я бы, конечно, хотел играть, вот если честно, всерьез, я бы хотел играть с големом. Не знаю, что выберете вы. В принципе, все колоды мне нравятся. Я сам еще даже не знаю, какой колодой мне лучше играть. В общем, голосуйте, ссылка в описании. Спасибо за просмотр и ждите завтра первый видос на моем новом аккаунте. Всем добра, удачи и до новых встреч. Пока!